Женщина-пассажир погибла при столкновении автомобиля с лосем. Травмы получил и водитель. Его доставили в первую городскую больницу. Виновник ДТП лось погиб на месте происшествия. Известно, что животное внезапно появилось на дороге, так что избежать столкновения водитель легковушки не успел. Полицейские предупреждают, что осенью лоси нередко выходят на трассы, поэтому водителям стоит обращать внимание на специальные знаки и не превышать скорость. Около 11 часов дня прямо на проезжую часть выскочил лось. Без последствий он пересек одну полосу движения и разделительный газон, после чего столкнулся с автомобилем марки «Газель». Вот как произошедшее описывает водитель машины. Неожиданно, мы как раз разговаривали, он навстречу нам бежит. Уже поздно было тормозить, он по касательной вот... Нас ударился и перелетел, и как раз девушка вот ехала в нее и залетела в машину. Испугались, конечно, но я за девушку больше, у нас повреждения не очень большие. А девушка-то испугалась сильно. Неожиданно выскочил, даже незаметно, а тут против солнца ехали. От удара после столкновения с газелью животное вынесло на соседнюю полосу движения. Далее лось через лобовое стекло влетел на пассажирское сиденье иномарки. За рулем «Шевроле Ланос» находилась молодая женщина. Она не пострадала, но ее состояние оценивается как шоковое. Я ехала и все. Задел газельку, потом на меня. Лось полностью уместился на пассажирском сиденье. К счастью, на тот момент оно было свободно. Никого, кроме водителя, в автомобиле не было. На место ЧП прибыл патруль ДПС. Тушу лося эвакуировали. По словам специалистов, сейчас у сахатых наступает период гона. Ведут они себя неадекватно, поэтому зачастую попадают в города и выбегают на трассы. Thank you.